Всем привет! И вот мы сегодня приехали на нашу фазенду. У нас не было 12 дней. Сейчас пойдемте посмотрим, что за эти дни у нас произошло. Сейчас идет дождь. Заходим, смотрим. Редиска вымахала гигантских размеров. Ну-ка, вытаскиваем. Во! Вот это урожай. Куда складывать? Салатов объедимся теперь. Это оставлять или вы даже выдергиваете? Выдергиваете. Вот это что такое растет? Это тоже редиска. Тоже редиска? Короче, вот это. Что-то, о, это. Вот это тоже, да? Да. Юля, так ты ее бери или все? Нет, она вот это, деревянная. Деревянная. Так, что у нас тут? Это салат у нас. Капельный полив работает, видите, все отлично, пока нас не было. Ничего не засох. Да, можно уезжать смело. Автоматы тоже работали, то есть ничего засохшего нет, и все цветет и пахнет. Погода только подкачала, было холодно. Так, это салат. Сейчас мы немножко. Аромат базилика не передать. Да, аромат базилика не передать. Сейчас что мы делаем? Сорняки выдираем? Да. Самое что интересно, вот это в этом отделении почва. У нас завезена чернозем со смесью тоже с черноземом. Вот мы если мы... И тут очень много чего? Мусора? Да. Растет. А если мы сейчас пойдем вот в это отделение, где у нас высажены помидоры и капуста, то тут нету, видите? Это смесь, которую мы покупали в известном магазине. Видите, нету мусора. Пойдем, Наталья Алексеевна расскажет, что здесь у нас. Укроп. То есть, где наши помидорки уже? Тут много цвета. А где тут помидорки большие? Мы уезжали, снимали. Вот, вот уже какие помидорки. Что баклажан здесь? Подрос. Баклажан вот такой большой. Капуста просится на улицу. Капусту пересаживать. Когда будем на улицу? В воскресенье? В воскресенье, да. Что еще? Редиску также надо убирать. Да, редиски. Огромное у нас количество урожая. Редиски тоже такой же огромный. Ну, забирайте его. Юля, забирай. Сейчас, так как неделю обещает у нас холодно, томаты отключил я, закрыл. Хватит вот этих коньковых, думаю. Тоже редиску завернемся. Тоже. Мы поедем сейчас на рынок торговать редисом. С палками аж пошли как-то. Вот дынька наша. Где дыня? Вот. Вот это дыня у нас будет. Здесь солнечная самая сторона, угол. Всякие. Это что такое? Как называется, Наташа? Мусор. 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 В общем, это эти сорняки. Будем так говорить.
Так, по капельному поливу. У нас, значит, смотрите, емкости без нас, еще и капельный полив. Видите, и набрались полную емкость две с водосточки. И здесь даже. Видите? Но минус дождевой воды в том, смотрите, какой фильтр стал. Картридж стоит 100 рублей. Поменять можно. Ничего страшного нету. Так вот. Сейчас все включили. Все работает у нас. Вода капает. Все отлично. Что еще рассказать? Вот мы были последний раз 26 мая. Сегодня 7 число. Раз, так, 8 дней. Даже больше, что ли, получается. Тут у нас светильничек сделали мы для ночных посиделок. Пойдемте на улицу. Наши клумбы новые. Скоро мы их засадим цветами. И до конца посадим, поставим еще разноцветные. Еще клумбы, наверное, 3 здесь войдет. Коричневый. Выберем еще цвета. Яркие какие-нибудь. Что здесь у нас? Лук пошел. Там вон картошку посадили. 3 грядки. Это тоже все надо. Сорняки выдирать. Вот она водосточка. Все у нас прижилось. Потому что на 9 мая сидели. Аллея Победы у нас. Какая красота. Все прижилось. Там в конце у нас посажена малина. Мы до нее дойдем. Песочки ее подальше посадили. Здесь все грядки надо делать, отсыпать. В воскресенье займемся этим делом. Вот у нас тут малина. Уже начала расти. Вот, на этом всем все, пока. Все у нас растет, это пахнет. Такой супер теплица. Подписывайтесь, задавайте вопросы, советуйте. Мы начинающие дачники. Про теплицы все расскажем. А вы нам про садоводство. Всем пока.